Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі на лівому березі реконструюють зону відпочинку. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Які сквери оновлять та як відбувається нині реконструкція? І гість нашої студії – секретар постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, депутат міської ради Сергій Пустовий. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, студія. Ми працюємо в прямому ефірі. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також відправляти свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Тож, пане Сергію, ось розкажіть детальніше, які саме зони відпочинку на лівому березі будуть реконструювати? Сегодня город реконструирует сразу три большие зеленые локации. Каждая из них имеет свою историю. Мы можем остановиться подробно на каждой из них. Вот. Это масштабные реконструкции, достаточно затратные, но необходимые. Ведь вот эти вот островки, зеленые островки в спальных районах, это как... правильно сказать, такой вот оазис, который необходим жителям для того, чтобы у себя на массиве иметь возможность погулять, отдохнуть, восстановиться и вернуться к трудовым будням. То ж саме, які ось сквери, та яка нині ситуація з ними, в якому вони стані взагалі знаходяться? Перший сквер, який вже реконструюється, це сквер на красній лінії проспекта Слобожанського, в районі домов 65-67. Этот сквер имеет тоже свою историю. В прошлом году жители и индустриального района, и АНД района организовали сбор подписей для того, чтобы осуществить участие в программе «Бюджет участия». Вот. Выиграли эту гонку, и бюджет должен был выделить 1 000 000 гривен. Вот. Но так как город активно участвует в реконструкции зеленых зон, то, о чем я говорил, да, городу было принято решение выделить сумму значительно больше, практически в 100 раз. То есть сумма сегодняшней реконструкции – это 100 миллионов гривен. Приблизительно вот к этой цифре, то есть как бы мы подошли. Это масштабная реконструкция, это мы называем мини-сквер прибрежный, который у нас есть на набережной Победы, вот, но в спальном районе, таком как АНД район, то есть она противоиндустриальный. Поэтому это современнейшая территория, которая предусматривает возможность и погулять маленьким детям, и погулять людям золотого возраста, и спортивной, активной молодежи, почитать книгу, выпить чашечку кофе. То есть будут специальные зоны для этого отведены. Также установлена автоматическая система полива, большое количество рулонно-газонной травы, огромнейшее количество высаженных деревьев. Это то, о чем всегда печется наша зеленая общественность. То есть они всегда стоят на страже вырубки деревьев. Соответственно, то есть как бы город учитывает ихнюю тревогу и в данный проект, то есть включает в себя высадку огромного количества деревьев крупногабаритных, а также мелких кустов и кустарников. То есть ну, будет сделан специальный ландшафтный дизайн. Если вы выйдете туда на строительную площадку, то вы уже сегодня можете увидеть, что мы сформировали уже такие вот холмы, то есть территория уже спланирована, на территорию уже завели систему полива, проложили все коммуникации, и она подготавливается к укладке уже непосредственно газонной травы. Все работы по данному скверу планируют окончить в августе месяце, но мы понимаем, всегда присутствует некая погрешность, то есть я думаю, что в этом году работы по данному скверу будут закончены полностью, и уже в конце года жители могут наслаждаться, ну, это чудо, это красота, то есть как бы это вот, особенно жители ближайших домов, я думаю, что ну, они думаю,
заново полюбят место, в котором они живут. Тобто такий зелений оазис, і там поряд дорога така, де великий трафік, це буде для них ось. Это получается, это как визитная карточка. То есть люди, заезжающие с этого направления в город, сталкиваются с тем, что на центральном проспекте встречают вот такую красивую, современную зеленую зону. Это визитная карточка в любом случае. А ось зараз пропоную послухати про те, як мешканці Лівого берега взагалі реагують на оновлення скверу на Слобожанському проспекті. Люди ось мешкають поряд. Давайте зараз послухаємо. Давайте, з удовольствием. Щоб можна було спокійно вийти погуляти за дому, подышати воздухом, можна було посидіти. Погулять с детьми, чтобы это было разделено на зоны. Зона для выгула собак, зона для отдыха, зона для спорта. То есть у нас здесь очень хороший район. И этот сквер, ну, мне кажется, что это очень хорошо. Когда-то был сквер, а потом вот то, что осталось от него. Какие-то деревья и жители вот этого дома высаживали сами цветы, высаживали какие-то деревья. Поэтому где-то, может, их как-то обидело, что деревья там убирали или что-то еще. Ну, а так, если поставят это все, посадят хорошие деревья, поставят лавочки, я думаю, что все будет отлично. Здесь было такой гадюшник, это ужас. Вечером страшно было ходить. А сейчас, если сделают, фонари будут, это очень хорошо. Я думаю, сейчас люди очень рады, что здесь красиво и все благородно. Тож ми ось почули мешканців, вони чекають з нетерпінням, коли закінчиться ось оновлення цього скверу. Пане Сергію, а ось до іншого передимо скверу, де він знаходиться, який чекає ось на реконструкцію? Опять-таки, остановимося теж в НД-районі, которому повезло однозначно. Тоже интересная история. В прошлом году, когда мы были в активной фазе предвыборной кампании, к нам обратились жители улицы Калиновой, активные жители этой улицы. И они являются жителями индустриального района. Но просили за сквер, который находится напротив. Сквер географически находится в НД районе. Вот. А просили обратить внимание, потому что много лет они обращались и к действующим депутатам, и к разным политическим силам для того, чтобы, то есть, как бы как-то закрепить хотя бы какого-то балансодержателя за этой территорией. Ну, все говорили, никто не делал. Обратились к нам. Вот, потому что у нас есть опыт, о котором тоже я расскажу немного позже. Вот, мы организовали обстеживание этой территории, обратились к нашему главному архитектурному управлению, определили, так сказать, границы данной зеленой зоны, вот, обратились к мэру Борису Филатову с просьбой закрепить балансодержателя за данным сквером. На сессии депутаты единогласно поддержали это решение, и уже спустя месяц после того, как жители обратились, то есть они получили результат, эта территория наконец-то начали заниматься специалисты, профессионалы, я бы сказал, то есть она сегодня чистая, убранная, вы можете подъехать, она находится в ужасном состоянии с точки зрения инфраструктуры, но, по крайней мере, она сегодня чистая, и там можно просто походить, погулять и чувствовать себя там плюс-минус комфортно. Вот. Дальше, конечно же, стал вопрос, аппетит приходит во время еды, и у жителей стал вопрос, а можно ли сделать что-либо с дальнейшей реконструкцией. Но так как мы находились в предвыборной кампании, в процессе, все, что мы говорили нашими там, оппонентами, коллегами, воспринималось как предвыборный пиар и ничто иное. Но, тем не менее, мы, изучив этот вопрос, понимая, сколько примерно надо на все это денег, пообещали, что после того, как все предвыборные гонки закончатся, мы вернемся к этому вопросу и постараемся максимально активно и в ближайший срок выйти на понимание все-таки, как будет развиваться этот сквер и когда мы сможем реализовать этот проект. И вот уже сегодня, после длительных консультаций с местными жителями, с активом районных фейсбучных групп, которые тоже есть, которые образовываются сегодня вокруг каждого района города. Конечно, да, мы приймали як представники політичної партії пропозиції, приймали пропозицію від наших улюблених мешканців.
Да, и у нас родился первый художественный проект, мы его называем так, то есть как бы который вот был нашим видением, которое мы обсудили в главном архитектурном управлении с главным архитектором, с активом, обсудили с активной, с пильнотой. Вот. И уже пришли к проекту техническому, который сегодня уже согласован и проходит экспертизу. Вот этот проект лежит передо мной. Этот проект тоже имеет огромную зеленую зону, тоже максимальное количество деревьев. Сохраняем все те деревья, которые есть сегодня там. Это и березки, это и многолетние ели. Мы их подсветим красиво, кроны этих деревьев, то есть рядом я жру уложим газонную траву, сделаем современнейшую детскую зону. Недавно мы когда презентовали в районной группе, как будет выглядеть сквер, жители начали говорить о том, что мало от оснастки детской площадки. Ну, я хочу всех наших жителей улицы Калиновой, которые пекутся будущим этого сквера, успокоить, так как мы насчитали в этой локации около 18 элементов. Это и горки, это и скалодромы, это и всякие возможные сети. То есть там детям будет чем заняться, и будет чем заняться и подростковому возрасту. Соответственно, кстати, еще уточню, да, мы под все детские зоны, под зоны воркаута укладываем резиновое покрытие, специально антитравматическое, для того, чтобы минимизировать травмы, особенно у маленьких деток. Поэтому здесь будет тоже максимально, сквер будет максимально насыщен, мы предусматриваем зоны для спокойного отдыха, зоны для более активного отдыха, плюс максимальное количество деревьев, ну и, как говорится, тоже в этой локации, в этой части города появится тоже красивая современная зеленая зона с эксклюзивным ночной подсветкой, тоже мы этому иллюминации уделяем очень большое внимание, то есть во всех скверах. То есть это тоже как фишка, то есть город вечером тоже должен выглядеть. Тобто можна і ввечері буде гуляти там. Однозначно, однозначно. Сейчас мы обсуждаем вопрос, чтобы вокруг скверов появлялись прозрачные заборы для того, чтобы обеспечивать сохранность этих скверов в определенное время дня, ну, вечера, ночного времени закрывать их все-таки для того, чтобы, я говорю, то есть люди, которые будут обеспечивать охрану имущества данного, то есть могли делать это максимально эффективно. Вы слушаете программу «Тема дня» на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про реконструкцію скверів на лівому березі у Дніпрі. І гість нашої студії – секретар постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, депутат міської ради Сергій Пустовий. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. Пане Сергію, а ось розкажіть про третій сквер, де він знаходиться взагалі, яка ситуація з ним? Теж, це унікальна локація, вона дуже велика і протяжна. Це сквер, який зараз носить названня сквер імені Олександра Усачова. Вот. Он був безім'яний ще год назад, але так сложилось, що наш друг, человек активный, человек, который жил городом, жил районом, жил проблемами района, то есть скоропостижно скончался, и местные жители пришли с инициативой к нам, к мэру, ко мне, то есть провести громадские слухания и безымянной локации дать название именем Александра Усачева. Ну, мы успешно прошли всю процедуру и уже, то есть, на сессии в данном случае затвердили пожелания наших жителей. В прошлом году, вот я так отклонился от темы, в прошлом году мэр города Борис Филатов, я как депутат, закрепленный за этой территорией города, мы инициировали реконструкцию, начало реконструкции этого сквера. Первая часть – это так называемый технопарк. Технопарк – это современная
пространство, тоже с большим количеством рулонной газонной травы, с автоматической системой полива, с современным оборудованием детским, прежде всего. Мы предусмотрели здесь и батутную зону, и зону для активного отдыха маленького населения. И предусмотрели также возможность, это как фишка, учиться детям реагировать на цвета светофоров. То есть у нас здесь установлено несколько светофорных объектов, нанесена разметка дорожная, и они могут, то есть, учиться переходить дорогу, смотреть, как работает светофор. Мы даже несколько тренингов делали вместе с нашей патрульной полицией для того, чтобы дети правильно, скажем так, ориентировались вот уже в современном пространстве городском. Вот. После того, как мы сделали эту реконструкцию, ввели этот сквер, эту часть сквера в эксплуатацию, мы тем самым привлекли большое количество скейтеров, роллеров, то есть активную молодежь, которая полюбила это пространство и хотела ее осваивать. Вот. То, чем ребята занимаются, это здорово, это, ну, однозначно это надо поощрять, но сами того не понимая, они начали использовать вот эту отреконструированную инфраструктуру для того, чтобы делать свои трюки, финты, ну, соответственно, наносить порчу этому имуществу. Вот. На базе активной группы, райончик нашей активной группы, начали жители это активно обсуждать, собрались в некий коллектив и вышли с предложением, чтобы сделать своими руками несколько элементов, которые позволят, то есть, как бы, скейтерам обходиться, то есть, как бы, без новой современной инфраструктуры. И они собрались на некий субботник, где принесли строительный материал и организовали вот это вот, скажем так, пространство. Ну, опять-таки, сделали что-то новое, привлекли дополнительное количество людей, и этого тоже перестало хватать. Пане Сергію, зараз давайте приймемо телефонний дзвіночок і продовжимо. Вітаю вас, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Ми вас дуже просимо, це жителі вулиці Любарського. На углу улицы Любарская и переулка устроили мусоросборник. Зеленые деревья поступают в грязи, в мусоре, собаки. Это в центре города. Куда мы только не обращались, нам отказывают. Пожалуйста, придите. Устраивают пожары. Мусор собирается всего квартала. Нет ни одного мусоросборника. Где-то там что-то устраивает зелень, парки, а у нас в центре города, недалеко от нового моста, целый мусоросборник устроили. Пожалуйста, обратите внимание, комиссия из исполкома приезжала 10 лет назад. Обещали что-то сделать, и до сих пор ничего. Наши жители нашей улицы собираются звонить в Киев и просить помощи в Киеве, потому что наша власть совершенно не обращает внимания на наши просьбы. Пожалуйста, обратите внимание, улица Любарского и переулок Любарского. Посмотрите, приедьте, что здесь делается. Это стыд и позор, чтобы в центре города вот такой был мусоросборник. Обязательно спасибо, обратим большое внимание. Мы ждем на ваше... Вы должны как-то нам помочь, потому что дальше терпеть крысы, собаки... Дякую вам за дзвінок, хоча трохи не по темі. Ось. Пане Сергію, ми можемо ось продовжувати. Я чуть-чуть остановлюсь. Ага, так, якщо можете. Очень часто мы сталкиваемся и у себя в районе с такими проблемами. Ну, как правило, это же не городская власть организовывает стихийные мусорники и собирает, то есть, как бы, и крупногабарит в одном месте. Мешканцы местные. Да, то есть, ну, это же мы должны понимать, да, что, то есть, как бы, мы должны созидать красоту вокруг себя. Но если мы будем, то есть, устраивать вот такие стихийные свалки, то никто не поможет. То есть, только мы сами можем разобраться с этим вопросом. То есть, мы вывезем обязательно, ну, через неделю будет то же самое. К сожалению, давайте вернемся к прекрасной теме, да, реконструкция сквера. Мушу перебити, бо у нас ще один телефонний дзвіночок. Вітаю вас, говорите, будь ласка, в ефірі. Добрий день, это вас беспокоит жительница сквера по правде 65.
Дело в том, что, мягко говоря, вот на взгляд мой, и не только мой, звучит немножко неправда. Во-первых, подписи никто не собирал. Было собрание, на котором многие жители, очень многие, просили оставить 70% наших деревьев, которые выросли до 6-7 этажа. Это были наши легкие. Мы этим дышали. У нас рядом семирядное движение. Все это вырублено. Планируется много тротуарной плитки. Так у нас вокруг одна плитка. Когда эти деревья вырастут, так, знаете, ну, страшно сказать, они уже тогда... У многих у нас посадят в другом месте эти деревья. Страшно говорить, но это так. Поэтому, мне кажется, тут что-то было не продумано. Как это будет выглядеть через 10 лет, я не знаю. Ну, будем надеяться, доживем. Но уничтожить столько прекрасных деревьев, мне кажется, это было, ну, не совсем продумано. Спасибо. Дякую вам за звонок. Спасибо за звонок. Скажу так коротко, давайте дождемся окончания реконструкции, и потом об этом с вами поговорим. Тобто, як ви говорили, планують висадка ось великих дерев, так? Я так зрозуміла. Достатньо больших, да, это 6, 6,5, 7 метров, то есть будут очень большие крупные габаритные саженцы. Потому, ну, действительно, есть деревья, которые уже прожили свой век. Да, понятно, что визуально этого не видно, но когда зеленстрой пилит дерево, то есть там внутри пустота. То есть любой шторм, любой сильный порыв ветра, это дерево падает. Падает на окна, падает на балконы, мы все понимаем. Поэтому будет красиво, это факт, и деревья будет настолько много, что я думаю, что никто нарекать на это не будет. Тобто, а плануєте завершити реконструкцію, я так розумію, цього року вже, так? По этому скверу, да, в этом году. Так, давайте продовжимо про третій. Давайте говорить, этот проект – это уникальный проект, потому что, возвращаясь… Так, а можете ось назвати цей сквер нашим слухачам? Это сквер Александра Усачева в районе улицы Калнышевского и Гули Королевой. Мы продолжаем реконструировать этот сквер, и вторым этапом мы запланировали строительство скейт-парка. То есть это первый скейт-парк, который будет построен в городе, это уникальный проект. Мы привлекли сюда всю активную молодежь, именно профессионалов, тех ребят, которые умеют кататься, которые представляют город в других городах, то есть они знают, как должен выглядеть скейт-парк, какая оснастка в нем должна быть. Они общались, консультировались, давали советы. И сегодня тот проект, который мы планируем реализовать, он полностью соответствует их пожеланиям и требованиям. Скажу даже больше. При формировании, то есть видение, как все-таки должна выглядеть чаша скейтерская, проводились обсуждения и в Киеве, и в других городах, то есть как бы с другой спильнотой, которая, то есть вот катается. Поэтому уникальнейший проект, потому что он тоже включает в себя огромное количество озеленения, просто ну, дикое, то есть это больше полутора гектар территории. Это второй этап. Будет сделано несколько прекрасных зон для спокойного отдыха. Будет несколько красивых сделано тротуарных дорожек для того, чтобы обеспечить, то есть, как бы зону променада. Она будет вся подсвечена очень ярко, современно, что и лавочки будут подсвечены. Вот мы делали подобные проекты на проспекте Петра Калнышевского. Это такая лофтовская нишевая подсветка, то есть будет современная подсветка наружная. Вот. Также мы не забыли и про ребят, которые вот, подростки, которые смогут освоить современное пространство в виде скалодромов, тоже те же сетки. В этом проекте тоже это предусмотрено, в этой части проекта. В общем, ну, то, что это ну, проект... Сегодня он новый для города, то есть как бы мы верим, мы его визуализировали, мы верим, что мы сделаем именно так, как сегодня все здесь отображено. Вот, ну, я думаю, что уже в конце этого года мы тоже планируем это закончить, то есть как бы жители смогут со всего города приехать и посмотреть, попробовать, покататься. По этому скверу у нас также есть амбициозные планы продолжить эту реконструкцию. Уже в следующем году мы планируем
оставшуюся часть освоить в виде спортивного пространства. Это будет большая территория для занятия спортом, это будет зона воркаута, это будет большое футбольное пространство, волейбольное поле, баскетбольное поле, шахматные столы и столы для занятия маленьким теннисом. Все это будет сопровождаться тоже современнейшим освещением, озеленение, дорожки. И что самое главное, в основу пола данной локации внесен арт-объект. Арт-объект, который в свое время, если не ошибаюсь, в 1960 году наше украинское художество выставляло в Лувре. И уже спустя 10 лет после того, как эта выставка произошла, то есть она была удостоена номинации, точно не помню, как она называлась, но то есть она была удостоена номинации, которая сопровождалась выдачей ордена. Вот поэтому то есть наши проектанты вот видят вот это вот покрытие, оно будет тоже антитравматическое, но оно будет разноцветное, которое отобразит вот этот вот рисунок. И с высоты птичьего полета, с 9, 8, с 9, 6, 7, 8, это же с верхних этажей, будет четко видно, то есть как бы вся эта локация, и будет видно, как выглядит этот арт-объект. А взагалі ось ці проекти десь опубліковані, чи можна подивитися ось нашим слухачам? Вони, на жаль, не можуть побачити. Да, сьогодні от проект по скверу Слобожанському, по скверу Калінове-Образцово вже були опубліковані в средствах масової інформації. Ми достатньо активно давали у себе на Фейсбук-страниці і на страниці районної групи Калінове-Образцово. Тому ви можете зробити, ну, посмотрети це там, і ми, відповідно, теж, звісно, обов'язково вам предоставимо. Визуализация этого проекта мы получили буквально только вчера, поэтому уже в ближайшее время она появится тоже в паблике, все смогут посмотреть, ознакомиться, я думаю, вдохновиться этим проектом и созидать, только созидать, потому что все это надо беречь. Мы очень переживаем как город, что вложив сумасшедшие деньги, наши деньги, деньги налогоплательщиков, мы не сможем сохранить это все. Ну, все зависит только от нас. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був секретар постійної комісії міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, депутат Дніпровської міської ради Сергій Постовий. І говорили ми сьогодні про оновлення скверів на лівому березі у Дніпрі. А ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер ефіру Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».